объяснить полностью проводимость вот этого оксида галлия, без учета даже рассеяния на акустические фазы. Ну и, соответственно, вот это вот уравнение, оно записано, когда у нас учитывается энергия фонона, то есть можно рассматривать бездисперсионные оптические фаноны потенциала деформации. Вот такие вот. Для таких фанонов это записано уравнение. Ну и, соответственно, возникла задача решить квантово-кинетическое уравнение. То есть, ну, во-первых, для того, чтобы попробовать независимым способом оценить вот такие полупроводники, как оксид галлия, широкозонные полупроводники, которые могут описаны быть простым законом дисперсии. Во-вторых, просто вообще это уравнение решить. Потому что до сих пор вот не выяснен вопрос о времени корреляции электронно-волновой функции. Потому что, вот смотрите, здесь стоит в правой части интегрирование отмен бесконечности до t. То есть получается, что все-все-все состояния из предыдущих, что они влияют на функцию распределения в текущий момент. Конечно, так быть не должно. Должен выполняться принцип затуханий корреляции в далеком прошлом. И вот, значит, здесь должно стоять там какой-то t0, и вот нужно бы оценить вот это. Ну, насколько шагов назад мы должны отступить, чтобы более-менее адекватно использовать это уравнение. То есть какой-то тау характерный. Хотя тут, конечно, тау вести трудно, это здесь и существенно неупругие процессы, но хотя бы вот какое-то число, порядок хотя бы получить. Значит, это раз. А второе для чего? Для того, чтобы оценить, насколько вообще это уравнение правильно решалось раньше, когда там какие-то слагаемые отбрасывали, то есть считали, что они несущественные, какие-то там выводы делали о проводимости вот таких материалов, которые, с одной стороны, спектр P квадрат на 2N, безо всяких там усложнений, а с другой стороны, когда вот там учитываются многофотонные процессы и так далее. И вот в настоящей работе рассматривается попытка численного решения этого уравнения. Я сразу скажу, до конца еще не сделал. То есть, хотя это уже долго длится решение, но до конца еще не сделал. Ну, вот на этом слайде я просто привел, какие здесь обозначения. То есть, конечно, надо привести уравнение к безразмерному виду. И здесь вот я привел для двумерного случая. Вообще, оксид галлия можно рассматривать в трехмерном случае. Но, как показали вот, моделирование, в трехмерном случае, ну, алгоритм, который я там пытался использовать, он очень долгое время вычислений дает, и невозможно там даже добиться сходимости. Поэтому здесь рассматривается двумерный случай. То есть переписать то же самое уравнение, но двумерным. Конечно, к эксперименту это уже сложнее будет, потому что двумерные пленки оксида галлия там немножко по-другому. Эксперимент говорит. А вот про трехмерный случай много экспериментов проведено и много таких вот приближенных расчетов сделано, там есть чем сравнивать. Но тем не менее, если проверить сходимость, то, конечно, вот на двумерном случае. Значит, вот в принципе здесь основная сложность — это вычисление правой части. В первой формуле там было довольно сложное выражение, а здесь вот я немножко его свернул. Значит, интегрирование здесь от нуля до t. Дальше интегрирование по импульсам фонона ДК. А дальше здесь вот суммирование там по функциям Бейси, ну, по индексам функции Бейси. Вот, значит, аргумент функции Бейси. Здесь находится энергия, вернее, амплитуда переменного электрического поля. Вот здесь вот такое выражение. Значит, ну, по этапу. Вначале вычисляем вот эту функцию R, потом суммируем ее, потом интегрируем по K. И потом вот самое такое вот важное, это интегрирование вот T минус tau, как вот характерно, до T. Tau мы сразу не знаем, поэтому мы там какие-то должны, ну, допустим, на 5 шагов назад, на 10 шагов назад, вот, как так должно делать. Вот здесь, ну, больше такая иллюстративная вещь, здесь просто показано, каким образом вообще это можно делать. Дело в том, что
если особенно в трехмерном случае, то довольно много памяти требуется для хранения. Даже если мы возьмем, допустим, там 10 на 10 на 10 точек, это значит, нам надо 1000 хранить значений. 10 на 10, конечно, очень мало. Нужно там 100 на 100 на 100, значит, это миллион нужно. Поэтому приходится использовать один и тот же буфер в памяти для хранения вот всех промежуточных значений. Ну, вот здесь вот приблизительно нарисовано, что вот зелененький — это то, что мы рассчитываем в текущий момент времени, да? И тут даже, наверное, еще не совсем вот это правильно. То есть мы должны еще вот это вот F0 посчитать. Мы должны там взять F-1, F-2, там, ну, допустим, F какого там, -4. Вот. Потом, когда вот мы заполнили вот этот буфер решения, мы, значит, должны переписать эти значения. То есть с четвертого там, на первое, вот, которое f от 2 так и останется. В общем, ну, некоторые такие манипуляции именно программы, некоторые ухищения для того, чтобы это нормально так. Ну и, соответственно, tau, какая может быть оценка? Априорная, это я сказал уже, ну, из каких-то, из предельных случаев слабых полей. То есть там эту задачу, конечно, можно решить. Она решится точно. Для такого, для прикладов двоем случае. И для оптических, и для акустических фонов. Вот. А постоянно это как раз вот из этих расчетов. И, собственно, вот, ну, наверное, самый большой научный интерес вот, приведите тау из расчетов уравнений, какой модельной задачи. Вот. Используется схема Лакса-Вернера. Ну, это она, конечно, такая известная, давно используется. Почему? Потому что для простейшего уравнения переноса вот эта схема выводится непосредственно. Вот. Ну, здесь получается вот до второго порядка. А в нашем случае, поскольку есть тут правая часть, вот, собственно, алгоритм в чем состоит, что мы следующий шаг, мы, значит, здесь умножаем шаг по времени на правую часть, вычислим на предыдущий. И потом добавляем вот то, что соответствует 7.25. Здесь вот для двумерного случая зависит. Вот. Ну, здесь алгоритм, я не буду сильно на это заострить внимание, потому что, ну, понятно, что это уже как бы время. Да-да, уже как бы результат. Вот результат, такие промежуточные. Здесь показана зависимость времени вычислений от количества точек для трехмерного случая. То есть видно, что вот если мы берем, что, во-первых, зависимость порядка, зависимость типа n6, где n — это количество точек по каждому из направлений. То есть если мы трехмерный случай берем, будет n6. Если двумерный, значит, будет n4. Ну и коэффициент a почти. Приблизительно. То есть получается, если вот я беру 24 точки, то это уже там 3 часа для одной итерации. А их надо не одной итерации, а надо еще, ну, рассматривать вглубь, то есть назад нужно там смотреть, что будет происходить. Ну и, соответственно, для трехмерного случая дело безнадежное, поэтому сейчас вот работаем над тем, чтобы сделать это для двумерного случая, хотя бы там получить нормальную сходимость этого решения и какую-то модельную задачу. Вот. Все, да? Да. Да, пожалуйста. А красненькое и синенькое кривые здесь, это что? Да это мы на разных компьютерах вычисляем. То есть просто разные процессоры? Да, да. Но вот тут видите, какой вот. Значит, Intel KNL — это машина, на которой стоит, по-моему, 4 процессора. Общее число 256 ядер. Они сравнительно слабые, но зато их много. А другая машина — это вот 24 ядра, но современные такие, мощные ядра, ксионы. Ну и видно, что время-то одинаковое. Ну да, почти. Ну, почти, да. Ну, дело в том, что у нас тут распараллеливание крайне примитивно сделано. То есть распараллеливается просто численное интегрирование методом Симпсона. То есть там ничего такого. То есть, ну, система с общей памятью. Вообще надо, конечно, здесь доделать, чтобы API был. Тогда можно на рейс-кластер все это. Еще вопрос по этому самому. Апсид Вэллиан. Чего у него за решетка? Ну вот я сейчас так наизусть не помню, но решетка у него там 32 адреса лежит. Нет, я имею в виду просто симметрию. Ну там от, зависит от политипа. Если бы от бета, то ну, монокрин. Мы же про бета говорим. Монокрин. Монокрин, да. И потом получается, что он
в чистом виде диэлектрик, широкозонный, да. А примеси просто создают ему примесную проводимость. Проводимость чисто исключительно примесная. Вот мы даже вот ссылочка. Если в зависимости от того, какие туда загоним, может быть, до номера акцептор. Да, да. Ну, тут наши акцепторы какие-то были такие вот. Только первые работы, а донорные уже прям даже такие образцы почти что промышленные. Ну там что-нибудь половое, и в основном для донорных, да. И полово. Там что-то еще. Нет, там много примесей разных, и ну, исследуется это, считается перспективно. На оптическом поглощении как-то сказывается? Ну, вот смотрите, мы, значит, про примеси, вот была у нас работа, вот она внизу обозначена, в известиях РАН. И там мы рассматривали тоже кинетическое уравнение, квантово-кинетическое уравнение, но в более простом случае, когда действует только вот без постоянного, когда только вот переменные поля. И там оказывается, что можно преобразовать, и получается, что вот это квантово-кинетическое уравнение сводится к уравнению типа как уравнение Больцмана. То есть там можно ввести время, среднее время релаксации. Там действительно сказывается примесная проводимость. Но мы не конкретизировали, какая там примесь, просто говорили вот там, вот по параметрам. Заряженная примесь, там записывали коэффициент электронно-примесного взаимодействия. Ну и оказалось, что, ну, мы так подбирали параметры, что можно объяснить этими примесями те кривые, которые мы применяем. То есть там, наверное, не совсем коэффициент поглощения, но можно, наверное, тоже из этого уравнения. Меня просто интересовала глубина залегания. Ну, сказать, я могу сейчас подготовить, ну, там через 5 минут, да, я могу сказать. Зачем? Лучше отдельно буду говорить. Да, отдельно. Мы как-то разбираем, какая-то глубина. Примерно при температуре 100 Кельвин уже все примеси ионизированы. То есть можно по этому параметру. Можно, конечно. То есть, ну, мы, понятно, итерации делали, чтобы там. А коэффициент релаксации там вводился? Ну, именно коэффициент. Я думаю, что после прибавления можно же взять не меньше промежуточное, то есть следующее новое решение будет с разными коэффициентами. Просто дело в том, что когда так вот на итерации ведутся на установление, оно можно для следующего шага взять сумму предыдущего и вновь полученного, соответственно, с разными коэффициентами, которые в сумме для единицы. Может ускорить процесс. Ну, вот это там, наверное, попробовать сделать, потому что я вот здесь просто по-простому вот так писал и все. И там итерация медленно сходится. И даже вот для трехмерного шага у нас, к сожалению, все расходилось. Поэтому была предыдущая мерного случая смотреть. Пока еще действительно можно как-то. Просто здесь, возможно, нужно очень сильно измерить шаг. Это, по сути, реализованная явная схема, у меня очень такая чувствительность шага. Да, то есть, вот когда мы берем 24, это вообще, вообще не сходится. А как здесь реализовать неявную схему? У меня даже есть где-то. Ну вот, вообще, наверное, это вот такой первый шаг, потому что сеточный метод показывает для этого уравнения, ну, плохой результат. То есть, например, прямо вот, мы до сих пор еще никак не делаем, это, скорее всего, мы будем пробовать как-то, может быть, на конечном уровне. Явные схемы для сеточных методов очень высокие. Там соотношение шагов нужно очень жестко высокое. Да. И Павел Петер тоже пробовал такую задачу, для этого, чтобы приемлемое время, пока так у нас есть. Получается, если, конечно, памяти. Сейчас пока так получается, поэтому можно. Ну, мы хотя бы двумерно вот так в лоб попробуем решить, вот для какого-то там элементарного, а потом
действительно. Ну, просто опять же, совместить идею явно с тем, с этим стечем интервенциации, то есть брать сумму, пока если не передает. Ну, может оказаться вместе. Я потом и надо. Спасибо большое. Значит, у нас следующего доклада не будет, но вместо него, наверное, Зуб, да? Можешь? Ну, да. Когда вы его своим докладом. Цель работы – создание и реализация численных моделей на публикующей волне по типа с вопросительным методом спутника вычеки связи и исследования процессов усилителей ОВО. Определенные задачи – создание и численная реализация моделей ОВО методом связи, проверка распространения электромагнитной волны по приборе в электронном режиме. Проведение серии исследований инструментов в расследовании усиления электромагнитной волны при наличии фантастического и обработка и анализ данных, полученных в ходе численных экспериментов. Сначала исследуется манипулирование ВВО, уравнение движения электронов, расшифрованный с помощью метода грунтовых частиц и системы уравнения импульса и координат. Метод интерполяции – это облако вычеки, как частица и узлы сетки представляют собой как кубическое облако с однородным распределением плотности. Для моделирования распространения электромагнитной волны решается уравнение Максвелла методом конечной прочности во временной области. Как и можно метод сетки. И плотность тока считается в уравнении неопределенности с методом зигзаг. В программе используются модели граничной области. Сначала для металлических стенок это модель идеального поворотника. Для входа и выхода прибора используется модель идеальных самосоматых слоев, там и волна падает и абсолютно поглощается слоями. И для вычисления обратной волны используется техника резонирующего и рассеянного поля. И в приборе вопротитель рассматривается как вещество электромагнитностью сигма. На экране представлена схема РВВ с заменяющей системой типа поля гребёзка и таблица оптимальных параметров прибора и выходной волны, такие параметры, полученные в работе Кранниковой в Сазове. Электромагнитная волна входит через обвода, усиливается и выход электронный поток, здесь это точный поток
injecție vrița vă pușcă, vrița acest primor, daiot, energiu, mania și paclașaința la lintorul. Această este va virca asupra strategiei elitară mai bine, zonă, Вода периодидон в приборе, при салонном режиме, при отсутствии электронного потока, разумных права показывает мощность волны, только вода сохраняет свою мощность 1-2, и результат 3 показывает, что структура волны, можно периодин тоже сохраняется. Но дальше рассматривается усиление волны. При горячем режиме, а сначала при отсутствии и база сидя, просто вода распространяется в приборы и получит энергию от электронного потока и результат дает коэффициент усиления и выходную мощность вот в диапазоне 189 до 240 ГГц. Это тоже диапазон работы прибора светильника. Но при отсутствии фаворотителя мощность, ну, выходная мощность быстро нестабильна, после 3 наносекунд. Поэтому мы используется подражающий слой электропроводности сигма 1000 нанометра, толщиной 150 микрометров и длиной 5 горячих структура. И быстро выходная мощность стабильна, даже после 7 секунд. И дальше изучаются оптимальные значения волны, показателя и даже напряжения. Сначала поиск оптимального значения частоты и электропроводности показателя. Ну, поставим покатитель посередине прибора с длиной 5 периодов и измениться частотой от 184 ГГц до 220 ГГц. И тоже вместе с ним это сигма равно 1 до 2000 нанометра. И получаются результаты. На рисунке 6 это мощности прибора. Когда сигма больше чем 1000 нанометра, мощности выходит на насыщение. И рисунок 7 дает, что максимальное значение отношения выходной мощности к обратной мощности при сигма 50 нанометра. Получаются оптимальные значения, как частота 184 ГГц и сигма 50 нанометра. И даже поиск оптимальной длины поплатителя находится в середине прибора поплатителя длиной 5 периодов. Длиной от 0 и до 20 периодов. И используется получение оптимального значения. И мы исследуем выходные и обратные мощности, как тем длиннее поплатитель, тем меньше мощности, потому что большинство мощностей поглощается поплатителем. И рисунок 9 дает оптимальную длину поплатителя, это 5 периодов. И дальше, поиск оптимального поражения поплатителя. Поставим поплатитель длиной 5 периодов в приборе и просто перемещается вдоль прибора. И мы получили оптимальное поражение для поплатителя. Это в 6 периоде. Максимальные мощности и максимальным значением отношения. И последнее – это оптимизация установленного движения, использованы получение параметры и измениться только напряжение
и мы подключили при оптимальном значении не для напряжения, так как у вас киловольт. И на рисунке представлены амплитудно-частотные характеристики рисунки 14 и 15 доказывают, что тем больше, тем меньше мощность, выходная мощность, тем больше коэффициент усиления и тем меньше выходная мощность. И последнее, на рисунке 16 представлена проект сия электронная ручка на плоскости диска Y. Видно, что в приборе электронные двигаются, замедляются и группируются. И полученные результаты позволяют сделать следующие выводы. Характеристики волны модуля Т1 тонн сохраняются в процессе прохождения через усилитель в охранном режиме. И при оптимальных условиях ванная частотой 108,4 Гц и мощностью аппарата усиливается коэффициентом 16 см в замедленной системе 50 Гц. При увеличении выходной мощности выходная мощность увеличивается, но коэффициент усиления уменьшается. И электронный поток группируется, замедляется, и его энергия превращается в энергию поля. Ну, спасибо за внимание. Спасибо. Вопрос? Ну, если нет вопросов, хорошо. Садись тогда. Так, следующий, наверное, у нас Павел Олегович. И он относится к схем планарного бисечного волнового зеркала с корректором гранат. Ну, работа, в общем-то, только началась, и вот в данном направлении. И, скорее всего, перспективы она не имеет, поэтому, в общем-то, стоит представить вообще идею, и хотелось получить какие-то советы, наверное. То есть стоит вообще рассматривать эту систему и не стоит. Там в конце доклада я скажу о некоторых нестыковках. Для начала скажем о операциях. И в общем-то оптика волновая и оптика заряженных частиц, в общем-то, коррелируют, поэтому мы можем вот, для общей модели сказать, что операционное разложение в общем виде выглядит данным образом. И вот мы можем получить ряд вот в таком вот виде, в котором каждый элемент, каждый член разложения имеет какую-то смысловую нагрузку, скажем так. То есть первое разлагаемое это полностью сферические операции, второе слагаемое это кома, четвертое дисторсия и третий, сейчас я не вспомню, по-моему, плотность поля, по-моему. Ну и при более подробном рассмотрении, в общем-то, здесь можно получить там и 12 членов и так далее. И вот каждый член отвечает за какой-то свой тип операции. То есть хроматическое, сферическое и так далее. С другой стороны, я скажу пару слов о времяпролетной масс-спектрометрии. Времяпролетная масс-спектрометрия основана на изучении, то есть это изучение состава вещества посредством измерения времени пролета заряженных частиц в процессе дрейфа. То есть в общем модель выглядит следующим образом. Мы с помощью какого-либо источника ионизируем наше вещество, это может быть лазер или какая-нибудь термоэлектронная эмиссия, в данном случае будем говорить о, ну, вообще, чаще используется именно лазерный способ ионизации вещества. Затем получившиеся ионы
разлетаются в пространство дрейфа, и в силу того, что ускоряющее напряжение одинаково, то энергия одинакова, поэтому легкие ионы обладают большей скоростью и тяжелые меньшей скоростью. Поэтому если мы дадим им некоторое время пролететь в пространство дрейфа без каких-то внешних воздействий, то измерив на детекторе время прилета, то мы можем посчитать состав вещества. И справа представлено ионное зеркало. Ну, в частности, это фотография от тандемного лазерного масс-реактора в Нижнем Новгороде. То есть там, до 90-х годов 20 века, в общем-то, зеркала строились именно на соли сеток. Используется это для того, чтобы увеличить пространство дрейфа. То есть чем дольше путь у нас ионы в приборе проходят, тем больше времени они двигаются, тем сильнее мы можем разрешить ионный пучок при пролете в данной системе. Однако, как показывает практика, ну и вообще работа в масс-спектрометрии, оказалось, что сетчатые ионные зеркала обладают большим количеством недостатков. То есть это, во-первых, то, что сетка является непрозрачной для ионов, во-вторых, в области ну, именно металла самого, именно вот сетки, возникают неотрывности поля, которые также искривляют возможность поля и, собственно, возможности зеркала тоже падают. Поэтому были предложены бисечные ионные зеркала, которые выглядят вот следующим образом. В общем-то, сейчас они уже пришли на смену сетчатым зеркалам и используются повсеместно. То есть смысл... что позволяют они сделать? То есть если мы получим разложение для какого-то изменения времени прилета ионов одной и той же массы и заряда, получим его в виде ряда, то мы получим вот такую вот штуку, которая, опять же, каждый член отвечает за какой-то свой тип операции. Ну, здесь лично альфа это DQDZ, то есть вот в плоскости, то есть на звуке указано. И дельта это отличие кинетической энергии частиц. Между кинетическими энергиями частиц одной и той же массы и одного и того же заряда. И отклонение частицы по оси X мы можем представить опять же вот с такой вот формой. Что позволяет это получить? Значит, если мы имеем на выходе, то есть на влете в системе ионный пучок с каким-то распределением по скоростям, пусть даже различие в энергетике будет около 1%, но тем не менее оно будет сказываться на времени прилета частиц на детектор. Поэтому если мы каким-то образом постараемся вот тот ряд, вот в том ряде коэффициенты минимизировать, то есть сделать так, чтобы время прилета частиц с разной энергией было все же одинаково, то мы получим в итоге то, что все частицы одной и той же массы будут в одно время приходить на детектор. И поэтому вот существует бисеточное ионное зеркало, поставленное слева, или есть еще такое вот вещь, как зеркало Фрея, которое, в общем, не представляет из себя цилиндр с набором потенциалов. И здесь справа представлены распределение потенциала вдоль оси Z для обоих зеркал. Ну, для зеркала Фрея здесь не видно, но есть он так ступенчато на каждом электроде, он там ступенчато уменьшается. Ну и, собственно, на левой картинке мы имеем потенциалы на V1 потенциал 6,5 кВт, V2
около 4,5 кВт. И третий ВД это, ну, это Земля. В итоге получаем нижнее распределение потенциала вдоль оси Z. И данная структура поля вообще позволяет нам сделать так, чтобы различие во времени прилета было минимальным. То есть, в общем-то, идея работы вся складывается именно в этом. Причем, если рассмотреть эту систему с точки зрения ионной оптики, то можно заметить, что в общем случае и несклеточная ось ионное зеркало, планарное, и зеркало Фрея имеют, включают в себя одиночные линзы. То есть у нас есть три потенциала. И здесь, и, собственно, ну, а тут вообще, собственно, у нас набор диафрагм с отличным потенциалом. Это вот был первый вообще подход к минимизации хроматических операций при пролете ионного лучка. Также вот достаточно свежие работы в 2020 году появились, это корректоры аберраций. Ну, вообще тематика идеи применения каких-то мультипольных структур, в общем-то, сейчас популярна достаточно как в ионной оптике, так и в оптике электронной. Вот это у нас квадрупольный триплет, который используется для фокусировки ионов. Ну и, в общем-то, на выходе из него все равно появляются какие-то операции. Поэтому существует вот такая вот система. Корректор операции с ускорением, который позволяет, собственно, вот такому широкому достаточно интервале минимизировать угловое распределение частиц БСЗ. Также существуют вот такие вот вещи. То есть это линза с линейной фокусировкой и также есть корректор с торможением. И опять же, если смотреть на это с линии ионной оптики, то опять же, каждый из них, ну, можно рассмотреть как линзу, если не одиночную, то хотя бы иллюзионную. И, собственно, об идее. Несклеточное ионное зеркало выглядит на корпусе, то есть у нас есть планарное несклеточное ионное зеркало. Мы следующим образом. Для начала посчитаем его консоли. Это триангуляция и вот это распределение потенциала в системе. Это, собственно, вид сверху и вид с торца. То есть, опять же, потенциал используются те же самые, как в статье. Вот эта вещь здесь. Наверное, нужно было шкалу вывести, но здесь 6,5 кВт, здесь опять же те же самые 4500 и здесь Земля. Получаем вот следующее распределение потенциала. И, в общем-то, идея в чем стоит. Здесь, конечно, в общем, вопрос, каким образом в корректорах операции выбирать эти вот вырезки, чтобы получить какое-то кривое поле. Это пока непонятно вообще, как они это делают. То есть, наверное, есть идея. Ну, наверное, они как-то аналитически получили какое-то распределение потенциала, нужное, для того, чтобы получить какую-то степень фокусировки. И потом как-то это подгоняли, вот, может быть, численно, может быть, если они получили какую-то структуру, они там. Ну, в общем-то, это вопрос открыт. Здесь пока просто на пальцах была придумана вот такая вещь. То есть, если мы на первом этапе вот здесь вот ставим такой корректор операции, то, в общем-то, мы, наверное, сможем повысить порядок фокусировки ионов. Это триангуляция и общий вид системы вообще. Или вот это, опять же, распределение потенциала, опять же, вид сверху и с торца. То есть если мы вот сюда вот на первом этапе включим какой-то корректор операции,
То есть сожмем пучок вот в этой вот плотности, то, в общем-то, наверное, мы можем, ну, тут рисуночек тоже, конечно, впечатление некорректное, то есть мы должны как-то слева вот под углом пучок пустить, так, чтобы он попал в зеркало, отразился и где-то вот тут вышел. То есть корректор должен работать только на входе и на выходе, допустим. Но, опять же, структура корректора пока, как ее выбрать вообще, пока непонятно. И второй вопрос, вторая проблема всего этого заключается в том, что если мы сожмем пучок вот в этой вот плоскости, то тогда он неизбежно вырастет вдоль вертикальной оси. То есть вот здесь вот, значит, он может по высоте, грубо говоря, у нас вырастет. То есть это вызовет. Также негативные эффекты. И в том числе он будет тогда стремиться к стенкам попадать, а там заводится еще больше. И как это будет себя вести, как система будет вести себя в этом случае, да? Это у меня все. Все, да? Вопросы? Провалом обозначен, это там какой-то стоит, такой корректор операции, или это пока просто? Это я вырезал такой вот, ну, эллипс, и ему дал... То есть идея в том, чтобы не изменить систему вот такую, то есть чтобы вдоль оси X, чтобы вдоль оси Z, то есть она продольная, чтобы вдоль нее потенциал был тем же самым. А вот вдоль в плоскости верхней, чтобы получилось более фокусирующее центру. То есть если мы вот здесь вот на эллипс подадим потенциал, чтобы поменьше, а эллипс он там, ну, как бы бороздка, да? Эллипс продольно, прям вырезанная такая вот здесь, то есть тут, да, тут ущелье между ними. Тогда должно получиться, по сути, поле, которое будет фокусировать пучок слева справа. Но даже как грамотно выбрать вот такую вот печь, это надо посчитать. А как это посчитать аналитически, это вообще большой вопрос. То есть тут открытые границы и... Но тут только вот метод количественных элементов, что мы не можем понять, а аналитически это... Если открытые границы сделать, ты положишь, что никуда это перестанешь. Ну, аналитика, да. Но надо хотя бы приблизительную форму, а дальше уже, что называется, жениться. Ну, в частности, здесь я подписал... Это, по-моему, потенциал первой кости на 30 вольт и потенциал эллипса там 10. То есть там небольшое такое изменение. То есть, по порядку там, в общем-то, разделение потенциала для СИЗ, это было такое. А вот эти вот работы, которые 20-й год, это люди какие-то там делают? Русские, да. Иностранцы? Это, ну, вообще вот по коллекторам это Курчатский институт, если я не ошибаюсь. А вот эти вот вещи, это Петербург, институт аналитического первостроения. В общем-то, там вот есть такая кучка могучая в Питере и в Москве. И остальные это немцы. Ну, там главные немцы в этом вообще. И на микроскопы цели? Повышение порядка фокусировки. То есть сделать так, чтобы все ионы прилетали. Нет, вообще ионная вот полость. Нет, масная. Ионная оптика. Где это? Меняется. Маск М3. А, только. То есть мы вот здесь вот поставили вещество, его ионизировали, оно разлетелось, попало на детектор, мы там поставили
выбирали ВЭУ или НКП, и, собственно, там по пикам на компьютере увидели, там, какой, какой он, какой пришел. Все это расшифровали и узнали, там, что спортсмен принимал доступ. И спать. А что понимается в данном случае под хроматической операцией или упачка? Различное время прилета ионов, которые на начальном этапе, то есть при образовании плазмы, есть какое-то распределение ионов по скоростям, ну и по энергии вообще, по тепловому эффекту. Даже если мы, ну там порядка 100 и другой, если мы это разгоним там до 4 киловольт и другой, то все равно мы какое-то распределение получим. Поэтому, когда все эти ионы прилетят там метр, два или шесть, то в конце концов они прилетят, они из маленького пучка станут пучком. То есть вместо какого-то пика мы получим какую-то такую. Почему хроматическая? Да, тебя мне никто использовал. Нет, ну там ты. Сферическая операция хроматическая. Чисто из обычной оптики. Сферическая по поводу вообще не, то есть это часть геометрии вообще. А вот хроматическая. И то есть там от энергии что зависит? А? Там от энергии зависит. От энергии. Да. Ну, поэтому. Ну, разные энергии на выходе они прилетают в разное время. Все, да? Спасибо. Так, и наверное, Станислав Владимирович. А что? Ответственно, у меня своя кружка. Ты чего? Нет, ничего. Там подключить будет все. Вообще-то говоря, мы просто подготовили статью, и хотелось бы, может быть, услышать от нас тут очень много мыслей, увидеть, за что подавляем. Значит, вот такой у нас, такое название доклада, перколляционная модель коррозионного озонной коррозии вулканизатора. Вообще-то ясно, что изучение различных аспектов коррозии имеет большое практическое значение, поэтому, конечно, интересны и теоретические, и модельные представления в данном вопросе. Для исследования вулканизатов, то есть технических резин, на воздействие озона, а это очень важно с точки зрения, прежде всего, применения в автомобильной промышленности и в авиационной промышленности. Вот для этого вида коррозии существует устоявшийся термин озонолиз или озонная коррозия. Вот в последнее время очень большое внимание уделяется изучению, исследованию процессов коррозионных с помощью понятия перколляционного плазменного перехода. Вот здесь мы пытались перколляционную модель предложить или проиграть для изучения озонной коррозии технических вулканизаторов, то есть резин. Вообще на настоящее время существуют вот такие вот основные, скажем так, общепринятые положения
касающиеся механизмов озонной коробки. И самое важное, на которое я хотел бы обратить внимание, это то, что резины, находящиеся в механически нагруженном состоянии, реагируют с озоном главным образом по тем участкам поверхности, именно по поверхности. Глубина считается не более десятков, ну, в общем, доли микрометра глубина. Но реакция и коррозия происходит по границам участков, которые искажены какими-то неоднородностями на поверхности. Эти неоднородности могут быть как какие-то участки, связанные с наполнительным резином, резинный точечный керамидный материал, участки с неравномерным формированием вулканизационной сетки. Но в общем резина — это такой материал, в котором очень много неоднородных гетерогенных составляющих, поэтому вот на них-то и происходит эта озонная коррозия. Площади этих участков увеличиваются в результате коррозии. В результате этого коррозия, как считается по современным представлениям, происходит по границам этих участков, их можно назвать кластерами, скажем, с еще не прореагировавшей поверхностью. Вот как только вся поверхность прореагирует постепенно увеличением, распуханием вот этих вот кластеров, только тогда главным процессом будет распространение коррозии внутрь. Почему? Потому что именно в этот момент происходит образование первых коррозионных трещин. Значит, увеличивается площадь поверхности еще не прореагировавшей, значит, реакционоспособной, и поэтому реакция проходит внутрь, и на поверхности возникают трещины, которые разрастаются, поскольку материал используют, как правило, плотноносные. Так вот, главным образом в стандартах большинства стран, известных, по крайней мере, нам, такие испытания на озоностойкость проводятся в озонных камерах в одноосном нагружении резины. Это стандарт, подписанный многими странами. Но на самом-то деле любые вулканизаторы находятся в процессе эксплуатации как минимум в плоском напряженном состоянии, а то и в трехмерном напряженном состоянии. Поэтому несколько лет назад у нас был придуман и создан, и запатентован, и изготовлен, и в настоящее время один из этих аппаратов находится в Волжском машинном заводе, прибор, установка экспериментальная для тестирования вулканизаторов на озонную стойкость в двухмерном напряженном состоянии. А в целом процесс коррозии можно разделить условно на две части. До момента образования коррозионных трещин это чисто поверхностное явление, и после. Вот мы в этой работе сейчас исследуем первую часть, приводим результаты исследования этой первой части. Как мы этот процесс моделируем? Моделируем следующим образом. Задается квадратная пластина некоторой площади. На этой пластине размещается сетка из равно отстоящих кругов какого-то заданного радиуса, который моделирует дефект. И на каждом шаге моделирования длина окружности каждого из этих кругов увеличивается на определенном величине. То есть круги начинают распухать, площадь их начинает увеличиваться. И на каждом шаге рассчитываются новые радиусы кругов, общая площадь, занимаемая этими кругами, и площадь, еще не прореагировавшая с этим самым агрессором. И кроме того, что самое важное, рассчитывается длина общего периметра этих кластеров, которые являются продуктами озонолиза. Почему длина общего периметра? Потому что по современным представлениям реакция взаимодействия озона происходит именно по границам этих участков с еще не прокоррозировавшей поверхностью. Вот программа работает до тех пор, пока общая площадь, занятая прореагировавшей поверхностью, не станет равной общей заданной площади. Вот сейчас посмотрим некоторые результаты этого моделирования. Вот здесь некий начальный начало этого процесса. То есть вот эти кружочки — это те самые кластеры исходных дефектов, которые постепенно распухают по мере следования шагам программы. Вот здесь общая длина периметра в зависимости от шага моделирования.
А здесь общая площадь еще не прореагировавшей поверхности. Значит, почему вот это вот важно? Потому что скорость озонопоглощения, то есть озоноустойчивость пропорционально получается в рамках общепринятых представлений длине этого общего периметра. Значит, по мере возрастания вот этих вот кругов озонопоглощение должно возрастать. Это и наблюдается, по крайней мере, вот в этой вот модели. До какого-то момента происходит практически линейный рост озонопоглощения, и потому что происходит линейное возрастание общей длины периметра этих озонированных кластеров. Наконец, в какой-то момент времени они смыкаются. Вот этот момент в теории континуальной перколяции соответствует образованию так называемого перекидывающегося кластера. Наверное, многим этот термин знаком. Вот. В этот момент общая длина периметра достигает максимума, то есть должно наблюдаться максимальное озонопоглощение. Вот к этому моменту площадь непрореагирующей поверхности уменьшается, и вот эта вот кривая очень напоминает кривую фазу перехода второго рода, если мы вместо времени туда подставим температуру. И, наконец, если мы в дальнейшем будем продолжать моделирование, то эти кластеры, сомкнувшись, уже постоянно уменьшают остающуюся площадь, и длина общего периметра уменьшается. Это должно приводить к уменьшению озонопоглощения. Ну и в конце этого процесса, когда вся поверхность прореагирует, мы получим вот такую вот зависимость длины общего периметра, контактировавшей не озонированной и озонированной поверхностью. То есть эта кривая фактически должна воспроизвести кривую скорости поглощения озона. А вот дальше это реальная кривая, которая получается на установке дом, который мы придумали вместе с кафедрой общей неорганической химии. Вот это вот озонопоглощение, кинетика озонопоглощения в зависимости от времени озонирования. То есть вот этот вот первый участок, он практически красиво воспроизводится этой перколяционной моделью процесса коррозии. Дальше здесь начинается второй этап коррозии, когда образуются первые коррозионные трещины, увеличивается поверхность образующейся в результате раскрытия этих трещин и процесс озонопоглощения идёт. Вот такая вот такое вот экспериментальное было подтверждение. Но следует сказать, что мы можем подозревать, что любой коррозионный процесс можно описать в терминах теории перколяции. Вот это довольно старая работа наша 2003 года, где мы рассматривали процесс коррозии шин, проводящих металлических шин, находящихся под током, погруженных в какую-то коррозионную среду. Эти шины случайным образом обрывались, причем обрывались они после нескольких прикосновений к ним, как мы говорили, конфузов. И при этом вся вот здесь чисто модельные рассмотрения, а здесь результаты были реальных экспериментов по тем же самым металлическим шинам. По вертикальной оси количество шин еще не оборваны на данный момент времени. То есть они тоже очень замечательно понимали фазовый переход и укладывались в описание с помощью понятия критического индекса, известного из теории фазового перехода. А вот это вот более свежая работа, которую делал мой магистрант Злобин, который просто рассматривал просто обыкновенный процесс коррозии металлической пластины, находящейся под током, погруженной в агрессивную среду. Это была алюминиевая фольга, которая реагировала, просто кусочек алюминиевой фольги, к которому подводилось напряжение, то есть по нему протекал ток. И погружена это была система в щелочек. Вот мы видим примерно такую же картинку, которая тоже описывается неким критическим индексом. То есть может быть описана в терминах перколяционного процесса. Вот немножко, буквально два слова об этой установке, которая сделана была нами для
исследования озонного леза в плоском напряженном состоянии. Вот под номером 3 это образец, который с одной стороны привыкает к так называемой нагнетательной камере, с другой стороны реакционная камера. В эту камеру подается сжатый воздух, в левую камеру под номером 1 подается сжатый воздух, который деформирует образец, создавая в нем плоско напряженное состояние. Затем подача воздуха прекращается, и там устанавливается какое-то давление. Затем справа, в правую камеру выпускается озонированный воздух, измеряя концентрацию азота на входе и на выходе, мы считаем поглощенный, величину поглощенного азота. Интересно, чем вот интересен этот метод? Он заключается в том, что по мере поглощения озона жесткость этого образца уменьшается, он начинает прогибаться. И газ, находящийся в левой реакции в нагнетательной камере, совершает работу. И эта работа, разумеется, равна той работе, которую совершает озон в процессе обрыва двойных связей в глубине записи. Таким образом, мы можем посчитать количество и степень повреждения этого образца в результате озонолиза с помощью такой вот очень простой, я бы сказал, изящной даже системы. Вот таким образом изменяется давление в этой камере по мере процесса озонирования. Он интересен, что до момента образования, начала образования гипертрещин, это нелинейная зависимость, а дальше она в каком-то участке линейна. И что интересно, вот изменение давления на первом участке, то есть степень повреждения, степень уменьшения жесткости образца на первой стадии озонолиза, она никак не может быть объяснена тем, что озон проникает на первой стадии озонолиза на какие-то дозинкрайные пункты. Но поэтому была поставлена цель промоделировать еще вот эту вот систему в качестве эту пружину или этот образец в качестве такой двухслойного такого двухслойного элемента. Это первый участок, правый, это тот участок, который повреждается озоном, левый это тот, который на первой стадии озонолиза озоном не повреждается. И тогда можно применить этому упругому элементу закон Гука, и в результате получается зависимость давления в этой камере от жесткости первой и второй составляющей, то есть первого и второго круга элемента из этих круга тоже. Значит, интересно то, что можно вот уменьшение жесткости внешней вот этой вот, вот этого участка, внешней повреждаемой озоновой составляющей происходит быстро. И если в рамках вот той перкуляционной модели периметр увеличивается линейно, значит площадь увеличивается квадратично. От времени площади этих озонированных участков. Что касается второго, вот этого внутреннего, то озон все-таки туда проникает, диффундирует через это. Но мы просто можем учесть это каким-то уменьшением, временным уменьшением жесткости. То есть вот это вот изменение жесткости внешнего слоя, который квадратичен по времени. А вот это лучше всего, внутренний слой лучше всего получается, если мы его возьмем в качестве временного закона, линейный закон по времени. И тогда у нас получается прям-таки очень красивое совпадение экспериментального падение давления с вот этим теоретическим рассчитанным из этой двухслойной модели. Поскольку у нас есть закон уменьшения жесткости, а естественно, чем больше вот этот вот коэффициент, как штрих, чем он больше, тем быстрее уменьшается жесткость. То есть вот этот коэффициент можно использовать в качестве некоего критерия озоностойкости. Потому что озоностойкость, которая идет по ГОСТу, она предусматривает в качестве такого критерия время до образования первой трещины. Причем смешно, но до сих пор в этих стандартах прописано, что это время до образования первой трещины рассчитывается, рассматривается, определяется визуально. Здесь мы можем
предложить в качестве критерия озоностойкости вот этот вот коэффициент, который, по-видимому, должен как-то коррелировать со стандартным критерием времени до образования первой трещины. Вот он вот так коррелирует. Вот это результаты 17 испытаний. То есть по вертикали это то, что вот эта самая величина обратная коэффициенту жесткости, то есть это коэффициент озоностойкости, можно сказать. А по горизонтальной оси это стандартный критерий для образования первой трещины. Ну вот, собственно говоря, можно на этом закончить и сказать, что мы провели моделирование озонового повреждения вулканизатора, модель, в качестве которой использовалась перфорационная модель, и предложена модель уменьшения механической жесткости, представляя вот этот образец, который мы тестируем в качестве условного двухпружинного или двойного пружинного элемента с разными законами изменения во времени жесткости. Ну и то, что численный показатель, вот этот коэффициент озоностойкости, он, в принципе, наверное, можно его пытаться применить не только к озоновой устойчивости вулканизатора, но и, наверное, к воздействию и других агрессивных факторов, не обязательно на озон, на любые другие органические соединения, которые реагируют вот подобным образом, начиная на каких-то исходных эффектов. Ну вот, собственно, все. Вот вопрос. Вот вы моделируете, когда у вас они распределены прямо вот, ну, строго, ну, на одинаковых расстояниях, да? У вас равномерная сетка распределения. Да. Значит, а почему? Почему не надо так такой случайности вводить? Так для начала проще. Разумеется, мы сделаем обязательно и распределение по размерам этих кластеров, и распределение по их концентрации. Почему мы сделали так сейчас? Потому что на самом деле этих исходных дефектов структуры настолько много, что они расположены очень близко друг к другу и сильно не отличаются результатом. Вот. Первым приближением этого, ну и даже в таком приближении мы получили результат, который хорошо согласуется с реальными экспериментами по озонозу. Наверное, немножечко вот угол. Показать? Переходит на угол. Картинку показать это? Покажи. Ну вот, допустим. Нет, вот здесь она, пожалуй, красивее. Это тот момент, который соответствует так называемому перекидывающемуся полосу. То есть они соприкасаются. Ну, здесь максимум. Вопрос? По крайней мере, тот метод, который мы используем, он ближе к практике, потому что я говорю, что в основном все вулканизаторы используются в технике как минимум в полуконцентрированном состоянии. И воздействие, разумеется, на них со стороны агрессивных факторов немножко отличается от воздействия на образцы одного основного. Еще такой не по физике вопрос, а по вот этой установке. Следующий слайд, где вот этот экспериментальный кривая, вот девятку надо. Сейчас. Там график у вас? Вот в этом. Ага. Ну видите, у вас тут какое время там. Точки там через одну секунду. Как это вообще можно вот измерить, ну, время зонирования там одна секунда? Ведь там же какие-то клапаны, там пока откроется, ну, одна секунда это... Подождите, я просто покажу схему этой установки. Эта установка работает следующим образом. Здесь вот 10 – это вход озоновоздушной смеси, а 11 – это выход озоновоздушной смеси. Он идет непрерывно. Поэтому контроль
сколько там осядет озона, он производится автоматически вот этим вычислительным устройством. Где-то здесь оно должно быть. Ну, неважно, оно есть, потому что вся эта установка автоматизирована. И поэтому ответил? Да, ответил. Я думал, там просто поглавка. Нет. Главное так не сработает. Нет, она каждая вот эта вот. Такая каждая точка это секунда. Потому что отсчет, обработка результатов идет секунда. А сейчас там пытаемся сделать, чтобы это было на 10 минут. Как у немцев, которые у нас в начале, когда нас приглашались, эта работа была еще сделана одно время совместно с немецкой фирмой. А потом почему-то они от этой работы отказались. Вероятнее всего, потому что придется один из руководителей этой фирмы, он член совета АСТР. То есть менять стандарт просто, наверное, не захотелось. Если еще вопросов нет, я выключаю. Так, все, да? Ну, тогда на сегодня наша программа и завершена. Все. Извините, пожалуйста. А студенты здесь есть или нет? Ну, здесь аспиранты. Ну, аспиранты студенты. Да. А можно кого-нибудь одного на интервью, пожалуйста? Ничего не хотите. Поехали, ну, сходи к интервью. Да. Ну, что? Поехали. Ну, два слова скажи. Ну, что вы такие? Да что вы такие? Скромные. Скажи что-нибудь. Ну, звук, скажи что-нибудь. Ну, давай, я подберу. Ну тогда только Паша. А где Паша? А он что? Он знал. Что-то наши аспиранты стесняются. Стесняются? Ну. Я один наводящий вопрос задам, и все там. А вы сейчас задайте, а они пусть так с места. Нужно будет просто сказать имя, как бы, где вы учитесь, и что у вас была за работа, как бы, и, ну, в принципе, о чем работа, там, в двух словах. Ну, вот и все. Зуб. Ну, выйди, Паша, ну, скажи. Ну, ради бога, что ты делаешь? Работа специфическая. Физическое. Телевизор покажет. Опять же. Или где уже кажется, что мне хватило одного раза. Вот, Валерий, сколько раз тебе стипендиат? Ну, такой когда-то фантастический рассказ, очень интересный. Там один профессор очень любил журналистов. Я недавно давал интервью, а потом появилась фотография в газете и с подписью «По этим изоляторам скоро потечет ток в одну Ленинграду». Я сам себе рассказывал очень интересно. Я дам Кадраков. А я там посылал письмо когда-то, месяц, наверное, назад, про Teams. Угу. Не видели? Видели? Видел, но пока не регистрировался. Зарегистрируйся, пожалуйста. Я перестаю посылать по почте все. Я буду только туда посылать теперь, чтобы сразу в группу вот эту бахнул всем сразу и все. И все файлы, которыми я обмениваться с вами буду, будут там все выкладывать. У меня вот нет, я не знаю, как оно там все будет работать. А там веб-версия можно, веб-версия работает. А в Chrome она нормально работает. В чем? В Chrome. Ну, у вас в ноутбуке можно Chrome. Ну, Chrome можно. Firefox там дизайн. В принципе, если бы веб-версия, то и все равно. Мобильная версия есть, можно мобильный фильтр. Потому что все равно от нас все потребует, все идет, вот сегодня совет был, что в этом году одна из целей, значит, повсеместно расширить и углубить проникновение вот этих кодов. В том числе этого Teams. Сколько их вообще сейчас? Но если для него вдруг понадобится устанавливать какую-то Windows, то сразу скажу, я вас. Вы можете его на мобильный поставить. На Android прекрасный клиент, нормально работает. Нет, если оно работает, а не на... Ну, просто спросили, как зовут, какая тема, и все. Оно везде работает.
Я даже думаю, что, скорее всего, есть родная версия под Ubuntu, не вебовская. Потому что он написан на электроне, а он по-другому просто платформе. Так что я думаю, что, скорее всего,